Расскажу вам, как установить Skype. Для начала вводите в поиск название программы Skype, переходите на официальный сайт программы, и здесь переходите по ссылке «Скачать Skype». Начинаем загрузку. По окончанию загрузки устанавливаем программу. Начать. Если вы никогда не пользовались Skype, вам необходимо создать свой аккаунт. Это можно сделать на свой номер мобильного телефона или на e-mail. Например, необходимо ввести свой e-mail. После чего создать пароль. Ввести свое имя и фамилию. Также ввести дату своего рождения. И подтвердить код, который придет вам на email, если вы пользовали для этого свой email. И вы вводите данные своего логина и можете начать пользоваться Skype. Здесь вы можете загрузить свою фотографию, проверить, действует ли ваш микрофон. Если вы используете ноутбук, телефон или компьютер, или планшет, то обычно встроенный микрофон уже есть, и когда вот эти синие точки двигаются, показывается то, что голос записывается, голос идет, он работает. Также здесь вы можете протестировать свои колонки, отрегулировать их громкость. Для этого можно нажать «Тест аудио» и услышать звуковой сигнал. Можно сделать его тише, можно сделать его громче. Обязательно можно использовать голосовые каналы или переписываться с помощью Skype. Вот. И таким образом выглядит скачанный Skype. Чтобы начать беседу с кем-то или добавить людей, здесь есть графа поиска, куда вы можете ввести необходимые вам контакты. Например, если вы желаете присоединиться к клубу сеньоров, вы вбиваете поиск «Seniority Westlusset» и можете с ними поздороваться. Таким образом, этот контакт будет у вас добавлен, и вы сможете принимать участие в беседе. Для того, чтобы начать беседу, можно использовать вот эти значки, позвонить или звонок с камерой. Также можно добавлять сюда других людей. Все ваши контакты будут находиться в вкладке «Контакты», «Звонки» и «Ваши сообщения». Если вы хотите выйти из Skype, вы нажимаете красный крестик в верхнем правом углу.